Федеральные службы исполнения наказаний края опровергли факт приготовления сотрудникам кота в микроволновке. В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудник ведомства якобы включил микроволновку с котом внутри. В ведомстве сообщили, что кот не пострадал, а само видео было постановочным. Сам мужчина принес извинения вместе с котом на руках, с тем самым, который присутствовал на видео. По его словам, это была шутка. Уважаемые пользователи соцсетей, как видите, кот цел, невредим, ни одной царапины нет, ничего, и жив. Данное видео, которое вы видели в соцсети, было смонтировано с двух частей. На данный момент, когда микроволновка включалась, кота там уже не было. Извиняюсь, если вас так это затронуло. Такого больше не должно быть.